Thank you.
She will be something later. She's working on the book. She will be later, maybe half an hour, maybe. Maybe 20 minutes, something like that. Если сокровенные баджаны, посвященные нашему Гурудеву, there are some bhajans dedicated to our Gurudev. Some bhajans dedicated to Gurudev. Гурудев, сейчас спеть, да? Можно сейчас, можно потом. Как Махараш решит? As you want, they can sing it now. Когда будем арати, еще есть Шри Рама на Маджарашке. Very special. Okay. Now I'm seeing. Одну сейчас какую-нибудь. Одну сейчас. Можно вот это вот Гурудев. Раздадим? Одну на двоих на любите, да? Саваштути, да. Шри Гурудева, Шри Бхагават Наранга, Свай Махараджа, Саваштути. Еще есть, еще есть. Смотри там, всем раздали? Да, хорошо. Еще есть. Не могу быть еще. I don't know. Может, перевод прочитать? Это перевод, давайте прочитаем. Я приношу пранаму Шрили Бхактивинатхе Нараяне Махараджу. Он оставляет преданных о том, что такое Уттама Бхакти. Он следует духовной преемственности Шрила Бхактипрагьяны Кешава Госвами Махараджа. Не все в руке меч бхакти-прагьяны, духовного понимания бхакти, которое уничтожает невежество, иллюзии, скорбь по Сиддханту. Я приношу пранаму Шрили Бхактивинатхе Нараяне Махараджу. Он совершает парикраму по Шри Навадвипа Мандале и рассказывает о развлечениях Кришны, раскрывая все истины Сиддханты и темы, известные лишь постигшим раса татву. Он словно корабль, бороздящий бесконечные волны Нипунджалилы и других развлечений Господа. Я приношу пранамы Шрили Бхактивинатхе Нараяне Махараджу. Он возносит славу самой сути развлечений Господа и Шри Чайтанья Господа и Шри Навадвипатхами и в восторге раскрывает доказательства трех сокровенных причин и исхождения Шри Чайтанья Махапрабху.
Он черпает наслаждение в подлинной сути игр Шри Гауранги, Сасарупы, Дамодары, Госвами в Гамхире. Я приношу пранамы Шрили Бхактивинате Нарайане Махараджу. Он путешествует по земле, посещает духовно обезневшие страны, где царит безумие в греховной деятельности и запах. Сейчас, следуя указанию Шрили Бхактивинате Нарайане Махараджа, он несет меч Бхакти даже людям, он дает Бхакти даже людям таких мест. Я приношу пранамы Шрили Бхактивинате Нарайане Махараджа. Его прекрасные небесно-голубые, словно сапфиры, глаза, его лучезарно-золотистое лицо и исполненные сладости слова, словно похитители крадут сердца преданных. Стоит ему заговорить, как слушатели окунаются в поток Харикатхи. Я приношу пранамы Шрили Бхактивинате Нарайане Махараджа. Он основал в Вриндаване Шри Рупа Санатана Гауди Матх, где возобновил поклонение Вринда Деви во Вриндаване. Возвыкнув этот храм, он тем самым раскрывает Гауди Сиддханту Шри Чайтанья Махапрабху. Я приношу пранамы Шрили Бхактивинате Нарайане Махараджа. Он проповедует учение Ачарьев, следующих Шрили Рупи Госвами, таких как Шрила Рагунатха Дас Госвами, Шрила Вишнатха Чакарвати Такура, Шрила Бхактивинода Такура, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такура, Шрила Бхакти Прагьяна Кешева Госвами Махарадж. Так он срывает словно цветки сердца множества обусловленных душ, страдающих в этом мире, собирает их в прекрасную гирлянду, которую преподносит своей Гуру Варги, как Гуру Дакшина. Он принес драгоценные самоцветы учения Рупанога Ачарьев и расположил их и объяснил так, что они доступны и понятны каждому. Я приношу пранамы Шрили Бхактивинате Нарайане Махараджу. Его сердце столь же нежное, как сердце его Гурудевы, Шрилы Бхактипрагьяна Кешева Госвами Махараджи. Своей отреченностью он также подобен ему. Сердце он всегда во враже. Так. Но следуя указанию своего Гурудевы, он живет в Мадхуре и путешествует повсюду с проповедью. Всем проповедью. Всем вдохновение. Вот, попробуем спеть. Вместе. Парабхактиртатванобритьянишанта и бхактипрагьянасиднаньянашанта тамомахашокапасикантапантам Намо Бхактиведанта Нараянам Враже Мандале Кришна Лилам Бхадантам Сурас Пурнататвам Расадьям Чарантам Никунджа Дьянам Торми Навантарантам Намо Бхактиведанта Нараянам Навадвипамахатья Ливантарандам Крияшанувакьям Прамананумодам Сварупасья Гауранга Ливарамантам Намо Бхактиведанта Нараянантам Анашатья Тумандалатья Праматам Вирамахапавая дешая сантам Атасвами надишта бхакти прагантам Намо бхакти веданта нараянантам Сучари грани лесу нетре суварна Ютирвачья матхурья тащита чаура Какатарая синчая самбадантам Намо Бхактиведанта Нараянантам Махам Капаи Твати Рупа Граджал Тау Радже Вриндаяй Пуджая Сакамарчам Сигаудия Ситанта Вистаранам Ям Намо Бхактиведанта Нараянантам Витантам Чарупану Качая Сикшам Пранамам Чадивасья Маламударам Нирупьяну Бантани Ратнани Дантам Намо Бхактиведанта Нараянантам
Guru Kamala Tlanta Vairagya Saram Guru Ragyayai Vasam Nandeshananyam Raja Pyantarandam Bhakti Sevamanam Namo Bhakti Vedanta Narayanantam 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 Jaya Shriva Narayana Gaswami Maharaj Jaya Shriva Narayana Gaswami Maharaj Jaya Shriva Narayana Gaswami Maharaj Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Jaya Jaya Guru Deva Jaya Guru Deva Guru Deva Oh, Hare Krishna, Hare Bol. Hey, today is Hare Krishna, Hare Bol, Hare Krishna. So tell you today, you are very, very fortunate. You are gathering here, celebrate Vyas Puja. Сегодня все очень удачно, потому что вы все собрались здесь для того, чтобы отпраздновать Вьяса Пуджу. So, telling Vyas Puja, when Vyas Dev, when he appeared, when Vyas Dev appeared, when this appeared day, you are telling over the Vyas Puja, when Vyas Dev he appeared. But when any Vaishnavas when appear, you are also doing the same. Почему этот праздник называется Вьяса Пуджа? В день, когда явился Вьяса Дев, вот этот день, когда отмечается день явления Вьяса Дева, он называется Вьяса Пуджа. Но почему же тогда, когда является Вайшнава Гуру, когда Вайшнава Гуру является, этот день тоже называется Вьяса Пуджа? Yes, certainly. Vyas meaning is the Vistar. You know Vistar? Vyas meaning is the spread. Vyas meaning the spread. So, like this Vyas Dev, before one day, he drink four day. After he again he explained this is writing this is Brahma Sutra, then Upanishad, then all Puranas, then Mahabharat. Yeah, Vyas meaning the spread. Knowledge spread the scripture one knowledge. So Vyas Dev, what he did now, our Gurudev also doing same thing. You know, what he Vyas Dev did, our Gurudev what he did, all world spread this Harikatha, he also published so many scriptures. So when any Acharya appears they tell you what he used, Vyas Puja, what he is doing same thing. To spread this meaning of Vyasa. Само имя Vyasa Deva, Vyasa, означает одно из значений распространять знания. Мы знаем, что Vyasa Dev он написал все Веды, Пураны, Упанишады, очень много всего он написал, все это знание он распространял, он Махабхарату написал, все-все-все, чтобы донести это знание до людей. И мы видим, что наш Гурудев тоже этим занимался, он распространял это знание. Если мы посмотрим на жизнь любого Ачарьи, он занимается тем же самым, он распространяет знания. Именно поэтому день явления Ачарьи, день явления Гуру, это тоже Вьяса Пуджа. So Vyas Puja, yesterday you had one day before Mahaprabhu, you know, Vyas
when Vyasadeva appeared just one day before, Mahaprabhu, he told to Sri Vyas Pandit, oh, tomorrow is the Vyas Puja. Yes, today, tomorrow you can celebrate this Vyas Puja. Well, how you can celebrate this Vyas Puja? Well, house of Sri Vyas Pandit. Then tell you, now comes so big responsibility to you now. Why your house became Vyas Puja? Then he invited all devotees. Tomorrow he can come tomorrow into the Vyas Puja. И вчера мы слушали историю про то, как за один день до Вьяса Пуджи, как за один день до Вьяса Пуджи Шриман Махапрабху подошел к Шривасу Пандиту и сказал: «О, завтра будем отмечать Вьяса Пуджу у тебя. Завтра ты будешь отмечать Вьяса Пуджу. Мы будем отмечать это у тебя дома. Поэтому на тебе очень большая ответственность. Тебе нужно все подготовить, мы позовем всех преданных, будем у тебя дома отмечать Вьяса Пуджу». Yeah, then Mahaprabhu telling, oh, tomorrow can be very big responsibility to you. Why? But your house, everybody celebrated, everybody coming. So necessary doing something, then tomorrow can be big, you know, responsibility to you. Then Sri Vyasana, no, this is not responsibility, it's happiness. Why you are celebrating Vyas Puja? Mercy of you, everything, my house, everything, no problem, everything. Only something can buy, bring. Oh, tomorrow is so fortunate, tomorrow you are celebrating Vyas Puja. So Mahaprabhu himself, he was celebrate to Vyas Puja house of Sri Vyas Pandit. И Махапрабху, значит, ему говорит, Шривасу Пандиту, очень большая ответственность на тебе завтра, очень много хлопот у тебя будет, нужно Вьяса Пуджу отмечать у тебя дома, придет очень много преданных. Но Шривасу Пандит говорит: нет, это очень большое счастье, чтобы у меня дома отмечать Вьяса Пуджу. По вашему, говорит, по вашей милости все будет хорошо устроено. И просто каждый может что-нибудь чуть-чуть немножко принести, и все устроится замечательным образом. Таким образом, Шриман Махапрабху отмечал Вьяса Пуджу в доме Шриваса Пандита. Yes, when all devotees gathered there, like today you are gathering here, there Mahaprabhu, Nityananda, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, Srivas Pandit, and all Mahaprabhu associates, they are gathering there, they are celebrating Vyas Puja. And when comes some time, which time is good time, that time you are Vyas Puja. Now the time is coming, then they are bringing so many paraphernalia there, dhoop, deep, flower, so many paraphernalia there collected. Then Mahaprabhu is asking Nityananda Prabhu, you do celebrate this Vyas Puja. Then Nityananda Prabhu complete intoxicating about Krishna praying. Mahaprabhu telling, why do late? They said, very quickly do Vyas Puja. Then Nityananda Prabhu telling, quickly we can do. Then Nityananda Prabhu, you know, they take this all paraphernalia and they give this mala to Sri Chaitanya Mahaprabhu. And this all paraphernalia through the worship to Sri Chaitanya Mahaprabhu. В доме Шриваса Пандита собрались все спутники Махапрабху, Гададхар, Пандита, Адвайта, Ачарья, все абсолютно собрались. И Вьяса Пуджу саму Пуджу необходимо проводить в определенное благоприятное время. И это время уже подходило. У них были готовы все параферналии, они приготовили благовония, лампадки, листочки, цветы. Все это было готово, все было готовлено заранее. Но Пуджу не начинали. И Шриман Махапрабху подходит к Нитянанде Прабху и говорит: давай, проводи Вьяса Пуджу. И в этот момент Нитянанда Прабху, он оказался опьянен Кришна Премой, он не смог ничего делать, а Махапрабху настаивал: почему ты задерживаешь, почему ты медлишь, давай скорее, время сейчас уйдет. И тогда Нитянанда Прабху взял гирлянду и одел ее на шею Махапрабху. Таким образом, начав Вьяса Пуджу. Yes, now coming question here. Who is that Mool Vyas here? Tell you, Mool Vyas is Nityananda. Yeah, this is the main person, Vyas, Nityananda Prabhu. Why? He is our Akhanda Guru Tattva. You know, this is the original of Guru to Nityananda Prabhu. So why always he teaching to Krishna Seva? You know, all Guru Parampara, you are telling, oh, my Gurudev is the not different to Sri Nityananda Prabhu. Yeah. He is the manifestation of Krishna Nityananda Prabhu, all Guru Bhargava. So main Vyas is Nityananda Prabhu. But necessary to worship Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu, all garlanding to Sri Chaitanya Mahaprabhu.
this way he kept teaching here, you know, what is the duty of a Vyas, you know, what is the Guru, what is the Gurudev duty? Gurudev duty is the always glory to Lord's glories. You know, our India, somebody telling, oh, Jai Gurudev, Jai, only Jai Gurudev. No, they worship, there's a big temple, they are not only Krishna's deity. Tell you, my Guru is all in your body. No, this is not the past. Gurudev work is the, you know, he always telling Harikatha, always Krishna's glory, whole world in can spread Krishna's glory, not this own glory. So Nityananda Prabhu, this way, teach to us, Vyas Puja meaning our all senses, our everything, you can give to Krishna. Кто такой Нитянанда Прабху? Мы знаем, что он изначальный Вьяса, он как это, ну, мула Вьяса, то есть корень Вьяса, так скажем. Он Акханда Гуру Татва. Он тот, который учит нас Кришна Севе, то есть он является гуру. И мы знаем, что в нашей линии наш гуру является, ну, представителями Нитянанды Прабху. И по идее поклонение в этот день должно было происходить Нитянанде Прабху. Но что происходит и что мы видим? Что Нитянанда Прабху, он делает то в этот день, что должен делать настоящий гуру. Он учит нас поклоняться Бхагавану. Он учит нас служить именно Бхагавану. Учит нас этим отношениям. Таким образом, мы видим, что он вешает гирлянду на Шримана Махапрабху. И... Yeah, they're not worshiping Krishna, only Kaliva, Gurudev is all in all. Gurudev is everything, you know. Gurudev, work is always himself in bhajan, also with the coming, they are used to Krishna bhajan, they are used to Krishna bhajan. И в Индии, как бы, everywhere. И есть такое распространенное мнение, когда люди говорят просто Джай Гурудев, и все, для которых на Гурудеве все заканчивается. То есть они не поклоняются Кришне, они не поклоняются Бхагавану. А задача настоящего гуру, настоящего Гурудева в том, чтобы научить преданных поклоняться на самом деле Кришне. То есть он должен перенаправлять все это на Кришну, он должен учить этому. Telling what is the meaning of a Vyas Puja? In our India, when some Vyas Puja, they'll bring some garland, they'll bring some sweet, or Gurudev bring some cloth, and they are bringing some paraphernalia offering to Gurudev, yeah? The Gurudev. Well, this is the Vyas Puja. This is the Guru Puja. But no, this is not Vyas Puja. Prabhupada telling Vyas Puja is that what is the Gurudev desire, not necessarily can fulfill the Gurudev desire. This is the Vyas Puja, not bring some paraphernalia, bring arati, garland, offer to Gurudev. This is not Vyas Puja. Что такое Вьяса-пуджа? Каково значение Вьяса-пуджи? Что это должно из себя представлять? Просто принести параферналии какие-то, принести цветы, предложить их Гурудеву, провести арати. Вопрос. Это является Вьяса-пуджей, Гуру-пуджей? Ответ – нет. На самом деле мы должны понимать, каково желание Гурудева, чего он хотел, и исполнить это желание является Гуру-пуджей. Yeah. So now coming question, what is the Gurudev desire? Gurudev, what he want? Gurudev don't want only do my seva. Gurudev, who is the Gurudev? Gurudev, who is the Gurudev? Gurudev is the represented deity of Krishna. Krishna himself is sent to spiritual sky this material world. Why? This jiva is the suffering this material world. This so he came, and jiva take some jiva this material world, he take this Golok Vrindavan. This is the Gurudev one. You know, Vyas Puja is the without duplicity you can worship to Krishna. Without duplicity you can do bhajan. Okay? If only when this is the Dhruva Maharaj, when he go to Vaikuntha, that time Narada is become so happy playing this Veena, dancing. Very dancing, well, why? Well, now today, mercy of me, upon Jiva came to me, but today he has a free of this all Maya. Now he won't go to Vrindavan, Vaikuntha. So now he becomes so happy. So Gurudev desire is the, you know,
you can be without duplicity bhajan. This is the Gurudev tantra. И каково желание Гурудева? То есть мы остановились на том, что настоящий Гуру Пуджа – это выполнить желание Гурудева. Каково его желание? Его настоящее желание – привести нас к Кришне, чтобы мы пришли к Кришне. Сам Кришна посылает нам Гуру с духовного мира в этот материальный мир, потому что видит, как живые существа страдают. И он посылает Гуру сюда для того, чтобы он нам помог. И самое настоящее сокровенное желание, ну не сокровенное, самое настоящее желание Гуру в том, чтобы живое существо, джива, без лицемерия совершало практику, без лицемерия поклонялось Кришне. И когда попал на Вайкунтху, ну, благодаря своей практике, он попал на Вайкунтху, Нарада Муни был очень рад, он очень счастлив был, потому что он увидел, что удалось это живое существо привести в духовный мир. Он играл, танцевал, он был очень счастлив, что друг попал в духовный мир. Поэтому самое главное желание Гурудева, чтобы мы без лицемерия совершали наш баджан. Yeah. And the Gurudev desire is that you also see Chaitanya Manavishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamajyam Dadati Sopadantikam. Yeah. So Satya Nartam Dashtakur Tali appoint of Oganishashri Rupa Goswami. Balahulga Rupa Goswami Balasri Chaitanya Manavishtam. Who is the desire of Mahaprabhu? Who is the established this world? Yeah. This is Mahaprabhu desire. We Mahaprabhu desired. What is the Mahaprabhu desired? Mahaprabhu desired is the first you can do very nice bhajan and also this glory reward. This is the Gurudev desire. If somebody doing this thing, nice doing bhajan and also preaching the whole world this Krishna Katha, Gurudev becomes very, very happy. Шрила Нароттам Дас Такур в своей вступительной молитве он приносит поклоны Шри Рупе Госвами, Шри Читани Манокхиштам. Что в этом стихе говорится? Что Шри Рупа Госвами выполнил желание сердца Махапрабху. А какое было желание сердца Махапрабху? Он хотел, чтобы... в общем, гуру хочет, то есть тут описывается, что гуру хочет, чтобы мы совершали бхаджан свой в первую очередь. И во вторую очередь, чтобы мы распространяли славу этого учения Махапрабху по всему миру, то есть чтобы мы совершали баджан и проповедовали, тогда Гуру будет очень счастлив. Yeah. So today is the you are celebrating Vyas Puja. Now this same line, Mahaprabhu, this same line, Guru Parampara line, Gurudev, he came this same line, and he also Bhagavad Gita, you know, Chaitanya Charitamrita telling somebody what happening only doing bhajan. They are not preaching. Somebody doing preaching but not doing bhajan. That person is the topmost person who is doing bhajan also and preaching also. So you can start with our Gurudev, he also doing nice with bhajan also and whole world he preach also, both he did. И таким образом, сегодня мы празднуем Вьяса Пуджу. И наш Гурудев, он тоже находится в этой линии, тоже находится в линии Махапрабху. Соответственно, мы должны все быть задействованы в этой миссии Махапрабху. В чем она заключалась? Чтобы и совершать баджан, и проповедовать. И в Бхагавад-гите, и там написано, в Читании Чаритамриты написано, что если кто-то просто совершает баджан, но не проповедует, что это нехорошо, нужно и совершать баджан, и проповедовать. Мы можем посмотреть на нашего Гурудева, что он сам показывал нам пример. У него был и очень сильный баджан, и он проповедовал по всему миру, все знают об этом. Yeah. So, who is bhajan is the very, very perfect bhajan. His preaching also is perfect preaching. Yeah. So, you can serve our Gurudev bhajan, you know, like this Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Before he doing very nice bhajan. Every day he chanting three lakh holy name. Every day, Prabhupada Bhakti. Maybe 12 years. Satta Karol, I don't know how to say, the name he did. So one day he did very nice bhajan, so one day whole world he preached. Like this, our Gurudev also, Bhaktivedanta Swami Maharaj also, before staying in Vrindavan, did very nice bhajan. With Gurudev, our Gurudev and Swami Maharaj stayed together, do nice bhajan. Our Gurudev also
his bhajan became very perfect bhajan. Without one lakh harinam, he did not finishing. He never taken water. He tried before nine, he chant one lakh harinam. Yeah, one lakh harinam. When he stayed in Mathura, yeah, before nine, he never came out of his room. You know, he tried to, I also someday stay with Gurudev, doing seva. And so Gurudev, 2:30, maybe 3 o'clock, he wake up. If somebody sleep the near, never tell you wake up. He himself go and wash his hand and sit down this bed. And he tried, maybe 2:30, 3 o'clock starting, chanting this holy name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Bala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Brahmat, Bala Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, before the fixing, finishing, you know, before this night, then after again, you know. Без того, чтобы иметь свой сильный баджан, то есть не имея своего сильного баджана, у нас не получится очень результативно проповедовать. И нам Ачарьи показывают это на своем примере. Вначале вспомним Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Такура. Мы все знаем эту историю, что он 12 лет воспевал по 3 лакха каждый день. И он в итоге за этот период повторил 6 миллиардов. Миллиард. Ну, в общем, много. Много святых имен он повторил. Только после этого он начал свою проповедь, и она очень успешная была. Потом взять Шрилу с вами Прабхупаду. Он тоже совершал очень сильный баджан вместе с нашим Гурудевом. Они вместе находились в Радхадамадаре, да? Вместе они совершали этот баджан. И после этого он поехал на запад, и мы видим плоды этой проповеди. И наш Шрила Гурудев, он тоже совершал очень сильный баджан. И даже когда он уже проповедовал, мы все знаем его расписание, он вставал в 2:30-3:00. Гуруджи говорит о том, что я иногда, ну, какое-то время тоже находился рядом с ним, ну, служил там что-то, и я просто сам был свидетелем этого, как Гурудев вставал в 2:30 примерно. Даже если кто-то спал там в этой же комнате рядом с ним, он никого не будил, он просто и шел аккуратненько, мыл руки свои, возвращался, садился на свою кровать и тихонечко повторял свой лак. То до 9 утра он не выходил из своей комнаты, он повторял этот свой лак. Не принимал ничего, ни воды, ничего до того, как он это не закончит свой лак. И после этого в течение дня он еще один лак повторял во время всего дня. Таким образом, он каждый день делал два лака. And also when some tree, when you are understand some glory of a tree, when this fruit, you know, this fruit. If some tree is the not good fruit, is a thorn tree. Then cutting, no need this tree. But if some tree, the very good apple gave, some grape, some banana, tell you, keep this tree. Why? After the tree gave them nice fruit. Then some glory, some tree, when look this fruit. Like this, our guru there is a very good tree. Why? His fruit, very nice fruit. Well, what is this fruit? Well, fruit is a disciple. Yeah, disciple. You can serve, you know, this is like this Gurudev. You know, this is the fruit, is so nice fruit, Gurudev. You know, Mahaprabhu once telling one day, coming such a day, whole world became Krishna consciousness, whole world going preaching my holy name. Like this Gurudev also himself, he fulfilled Mahaprabhu's desire, and he also making very nice disciple also. Как узнаем о славе дерева? Знаем, что дерево познается по плодам. Допустим, если какое-то дерево, на нем растут колючки, то мы говорим, это дерево не нужно, срезать его. Если же мы видим, что на дереве, допустим, растут яблоки, банан, виноград, мы говорим, о, это хорошее дерево, давайте его оставим, пусть растет.
Таким образом, дерево познается по плодам. И мы можем видеть, какие плоды у нашего Гурудева. А что такое плоды у Гуру? Плоды – это ученики. И мы видим, какие у него ученики. Yeah, tell us, what is this fruit? This fruit is the disciple. You can look, this is himself Gurudev preaching. And he also makes such a, some nice, nice disciple who is preaching the whole world. Like this, you can serve that disciple of like this. And this is the Bhaktivedanta Sri Padmanabha Maharaj. He took sannyas from Gurudev. Yeah? And this is Bhaktivedanta Sri Nemi Maharaj. Yeah? Srila Bhaktivedanta Sri Vaikhanas Maharaj. Sri Bhaktivedanta Suddhadvaita Maharaj. Srila Bhaktivedanta Srauti Maharaj. Sri Bhaktivedanta Sri Damodara Maharaj. Sri Bhaktivedanta Asrava Maharaj. Bhaktivedanta Madhusudana Maharaj. Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj. Bhaktivedanta Sri Sadhu Maharaj also. And Bhaktivedanta Sri Ban Maharaj, and this is the Madhav Maharaj, Sri Premananda Prabhu, Tirtha Maharaj, you know. So, so many good, good fruit of Gurudev. Who is the now whole world, they are preaching Mahaprabhu's glory. So, you know, very difficult to one person, one disciple is preaching. But Gurudev is such a good tree, nice, nice fruit. Now whole world, they are preaching their disciple. So this fruit is not ordinary fruit. So fruit is the gift to prove how this tree is very good tree. И мы видим вот все перечисленные его старшие ученики, которые занимаются сейчас проповедью по всему миру, насколько это дерево, насколько оно плодовито, что даже его плоды, они распространяют это знание, это послание Махапрабху по всему миру. То есть то, что хотел Махапрабху, он хотел, чтобы слава святого имени распространилась по всему миру, чтобы в каждой деревне, по всему миру, чтобы это воспевали. И Шрила Гурудев это желание исполнял, и он дал нам такие плоды. И мы видим, что все ученики вот эти, они проповедуют, они все распространяют славу святого имени. Таким образом, мы можем судить о том, что это дерево очень сильное, и оно дает очень хорошие плоды. What who? I told it all the. so this is the and some Gurudev, you know, Gurudev have some special thing in Gurudev. You are gave to example to Gurudev, like this is Jiva Goswami, you know, Jiva Goswami. Jiva Goswami, you know, this is Narottama Samananda Srinivas. There are three persons came to Jiva Goswami, but they are not disciple of Jiva Goswami. Yeah. That these are different disciples. But Jiva Goswami teach to them this bhakti and they are spread whole world this Krishna bhakti. One person sent to different places. Narottama Das Thakur is sent to Manipur. Sri Jiva Goswami, Syamananda Prabhu is sent to Odisha. And Narottama Srinivasa Prabhu is sent to Bengal. There are three disciples go to three worlds. There is not disciple, only Sikha disciple. But they have spread this whole world, this holy name. Like this, you can serve Gurudev also, you know, you can serve Gurudev, you can maintain your own son easy. But maintaining some another son, this is not easy. Understand? Very difficult, my son, look after me. But some another disciple, too, you can maintain it. This is not an easy thing. Well, Gurudev, he maintaining it, you know, he's maintaining this another disciple, he's maintaining. And he gave to teaching, and they are also thinking is the one Gurudev. This is an ordinary thing. Sometimes very difficult to this own Gurudev, accept Gurudev. But another, you know, you are not Gurudev, you can accept Gurudev. This is not an ordinary thing. So this thing you have to start Gurudev. Last sentence. Conclusion. Easy on son, you can maintain. But another children maintaining this is very difficult. But they are who is the kept Gurudev Sannyas, they are another disciple. The Gurudev, and this is so everybody thinking he is our Gurudev. Very difficult is own Gurudev give respect. But another Gurudev should give respect, this is the very difficult thing. But everybody they are thinking he is my Gurudev. Мы знаем эту историю, когда Шрила Джива Госвами пришли трое наших ачарьев. Шрила Наратама, Шринивас и Шримананда Прабху, что они на самом деле являлись дикши учениками других гуру,
Но они приняли Шриладжива Госвами как своего Шикшагуру, они получали от него наставления. Он их научил всему, он их научил баджану. И он отправил их в разные части Индии. Я не запомнил Шилу. Where he sent? He sent Ratam Das Thakur. Манипур отправил. Шимананду Прабху отправил в Ориссу. А Шринивас Ачарью отправил в Бенгалию. То есть он отправил их в разные части Индии на проповедь. И их там проповедь была успешна. И они принимали его как своего гуру, несмотря на то, что ну, формально они, он не являлся их гурудевом. И то же самое мы видим на примере нашего гурудева. К нему приходили ученики разных гуру. И он всех их принимал, поддерживал, всем им давал наставления. И очень сложно, на самом деле, то есть своего ребенка очень легко воспитывать. Когда, ну, да, мы испытываем к нему какие-то чувства, когда это наш родной ребенок, мы его с легкостью можем его воспитать, взрастить и так далее, да. Но если это какой-то, ну, приемный ребенок, да, так, если аналогию проводить, то его гораздо сложнее воспитывать, потому что, ну, это чужой ребенок. И насколько, действительно, насколько легко можно своего ученика воспитать. Насколько сложно воспитывать учеников других гуру. При этом мы видим, насколько, с какой легкостью, с какой искренностью эти ученики принимали Шрилу Гурудева как своего гурудева. Бывает даже, что сложно к своему дикшагуру проявлять уважение, проявлять ну, достойное уважение и проявлять вот это вот, как бы назвать его гурудевом, он сказал. Но они без всяких сомнений называли Шрилу Гурудева своим гурудевом. Yeah, so our Maharaj is hard to repeat, telling Vasudhaiva Kutumbakam, who is the whole world is the my family, you know, my family. So telling this is the who is hard very small heart they are telling, but who is hard very big heart telling, oh everybody is the my. Vasudhaiva, whole world is the my family. So Gurudev heart is like this heart. You know, he had a big heart. So another disciple there came to Gurudev, you know, that everybody takes shelter and Gurudev ministered to them. And the proper Harikatha Gurudev will teach them. И мы понимаем отсюда, что у нашего Гурудева было очень широкое сердце, очень большое сердце. Потому что тот, у кого маленькое сердце, он говорит, вот этот мой, а этот не мой. Но он всех принимал. Он считал, что все его ученики, всех он заботился, он всем давал харикатху. Настолько он, как вот слово в русском языке есть, какой-то широкосердечный. Как? Широкой души человека. So Gurudev have so many pastimes of Gurudev. I can tell after now Ben Gopal Prabhu and he can speak some about Gurudev. Есть очень много разных игр Гурудева, о которых я скажу немножко попозже. А сейчас я попрошу Вену Гопалу Прабху немножко по Гуру Татве рассказать. You know, Gurudev, who is the renowned sensitive disciple, they are preaching here. But who is the Grihastha disciple, they are also preaching Gurudev Katha. Little Ben Gopal Prabhu and this wife, you know, they are Grihastha. Still they are preaching Mahaprabhu Katha. And still now they are preaching the Mahaprabhu Katha now. Для отреченного человека вполне естественно, что он становится хорошим проповедником, распространяет ну, харикатху, но у Гурудева такие ученики, что даже грихастха преданные, что они хорошо распространяют харикатху, у них проповедь очень широкая. Вот, например, Вену Гопал Прабху и его супруга. And you can see only sannyasis there, but Gurudev is the disciple of girl, you know, this is the disciple of, this is the ladies, they are also preaching, you know. So there are Gurudev, so many Gurudev disciples, like if there is Samarani Didi, Umar Didi, you know, they are preaching now, there are India, so many girls, and Western countries, so many girls, Gurudev, some disciples, very good Gurudev, they are girls, they are disciples, who is the preaching there, everywhere. В основном, конечно, саньяси проповедуют, но у Гурудева даже женщины проповедуют. Мы знаем Шримарани Диди, Уму Диди, и в Индии очень много женщин-проповедников.
из за рубежом на западных странах тоже очень много проповедников в женском теле. Yeah. So, okay. Бенгопа. Может, ты так куда развернулся? Хари Кришна, дорогие преданные, всем мои поклоны, кого видел сегодня, кого сегодня не видел. Сегодня, сейчас только что Сридхар Махарадж сказал, что про таких женщин, про проповедниц, как Ума Деви и Шимарани Деви. Хотел сказать, делать объявление, что сейчас в этом году готовится первое турне. Это Шримати Ума Деви сюда, в Россию. И она, скорее всего, приедет к нам в августе месяце. Так что и посетит Новосибирск. Так что всех приглашаем на ее программу. Не очень глубокие, на самом деле, реализации, связанные с нашими махараджами. Вот. Мне, значит, позвонил недавно Кришна Прабху и сказал, что она хочет приехать в этом году сюда. Омагьяна Тимирандасия, Гьянанджана Шалакая, Чакшура Милитам, Гьянандас, Майи Шри, Гуравина Маха. Спасибо большое, Шридхар Махарадж, просто сказал такие теплые слова. Мой адрес, что я далеко их не заслуживаю. Вот. Но, тем не менее, хотел бы прославить Гурудева, вот, нашего Гурудева. Я хотел попробовать начать с того, какой вклад внес наш Гурудев, Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами Махарадж, вообще в Гаудия Вайшнавизм. Немножко в предыстории, как бы, чуть-чуть. Это. Дело в том, что во времена Шрилы в Гаудия Вайшнавизме очень разные периоды. Например, периоды рассвета и периоды спада бывают. То есть были очень даже такие мрачные, темные времена, где-то примерно около 100 лет, когда Гаудия Вайшнавизм очень сильно был непопулярный в Индии. Ну, например, Шрила Бхактивинода Такур обратил внимание, что в то время, когда он стал проповедовать, что появилось огромное количество разных вайшнавских сект. И они только и занимались тем, что там зарабатывали деньги на этом, на различных ритуалах, там ходили за похоронами, там пели Хари Кришна Махамандру, там, и многие предавались, особенно некоторые бабаджи, так называемые саньяси, предавались чувственным удовольствием и наслаждением, и очень сильно дискредитировали Гаудия Вайшнавизм. И поэтому Шрила Бхактивинода Такур, первый, кто начал борьбу в тот период неблагоприятный. Вот. Очень сильно эту борьбу повел его сын Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. И настолько борьба была сильная, что буквально там пух и прах разлетались в разные стороны, значит, лидеры всяких вайшнавских сект. А их было очень много. Вот у меня есть книга, там, посмотрите, там, отложившиеся вайшнавские секты. Там при Бхактивинода Такуре было около 19, по-моему. А сейчас, я говорят, уже, наверное, может, до сотни дошло. Ну, например, когда заходим, например, в Самадхи Харидас Такура, например, Шридхар Махарадж, например, дает Хари Катко, там кто-то подарит Хари Кришна, Хари Рам, там еще какой-нибудь Гаура Нам, там еще какой-нибудь ерунду. Вот. Стараемся лучше так закрывать, потому что неприятно. И сейчас их очень много. В Наладвипе, во Вриндаване, в Джаганнат Капуре. Вот. И Шрила Бхактивинода Такур, он объявил войну очень многим, значит, этим, значит, особенно Пракрита Сахаджием, самым различным, вот, которые склоняли везде и повсюду имена Шримати Радхики и рассказывали очень сокровенные лилы, связанные с... И настолько эта война была сильная, что он вплоть до того, что стал своим ученикам практически запрещать, то есть рассказывать о лилах Радхи и Кришны. И к моменту ухода Шрилы Бхактивинода Сарасвати Такура из этого мира, тема о любви Радхи и Кришны, тема Гопи Кришны, любви Гопи Кришны, была практически закрыта. То есть была восстановлена, конечно, истина, но тем не менее некоторые
Значит, во многих сейчас Гаудия Матхах и в Исконе, например, тему Радхи Кришны практически не употребляют, не склоняют. То есть говорится, что она во многих местах даже под запретом как бы находится. Вот. И если кто-то называет, говорит Радхи Кришна, его могут назвать Сахаджи, ты Сахаджи, например. Поэтому мы очень осторожно с нашими духовными братьями и сестрами общаемся с других представителями других организаций. Но если бы так долго это продлилось бы, то, по сути говоря, умер бы вообще бы Гаудия Вайшнавизм. Потому что Гаудия Вайшнава, почитаемое божество Гаудия Вайшнава, какое? Шри Радха Кришна. Это наш Иштадевата. Если в Гаудии Миссии не говорят о Радхе Кришне, то как это, что это за Гаудия? Что это за Гаудия Вайшнавизм? Он начинает превращаться в какую-то другую сампрадаю. Например, о любви мамы Ишоды и там Кришны, или о любви там брать друзей Кришны к нему. Можно услышать в других сампрадаях. Например, Валабха сампрадая может тоже говорят о любви мамы Ишоды Кришны. Но только Гауди Вайшнава говорят о любви Радхи и Кришны. И наш Гурудев это первый, кто, по сути говоря, возродил Гаудия Вайшнавизм. Потому что если бы наш Гурудев не стал бы раскрывать вот эти вот сокровенные аспекты, значит, Гаудия Вайшнавизма, то Гаудия Вайшнавизм, можно сказать, что ему прекратил бы существование это свое. Поэтому весь Гаудия Вайшнавизм, он в неоплатном долгу перед Шрилой Бхактивиданта Нарайана Махараджем. Это огромная заслуга, которую он внес в этот именно. Все гауди, они все поклоняются Шри Радхе Кришне. Вот. Конечно, мы почитаем любовь мамы Ешоды, Нанды Махараджи, там, отношения таких, как друзей там, Шри Дама, Суббала и так далее. Но основное поклонение у нас это божественная чита Шри Радхе Кришне. И вот про Навамантры здесь Шрила Бхактивиданта Нарайана Махараджа написано. Я даю поклоны Шри Шримад Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджи, который очень который очень дорог Шримати Радхике. Пранава мандры Шрила Бхактивиданте Нарайане Госвами Махараджи говорится Радхикая Приятмане. Что такое Радхикая Приятмане? Значит, что наш Гурудев очень дорог Шримати Радхике. Многие говорят, что у нас свои глаза божественные, свой взгляд, подарила нашему Гурудеву. Если посмотрите на его прекрасные голубые глаза. И многие даже люди путали, думали, неужели он где родился? Может быть, это какой-то западный вайшнав. Бывали даже казусы, что, по-моему, его в храм Господа Джаганатхи даже не пустили на нашего Гурудева. Понимаете, это был такой удивительный случай, когда однажды. Пустили, но. Да, но чуть попозже. Сразу. Был такой однажды удивительный случай, когда, если я не ошибаюсь, вся Европа Санатная Гаудия Матхи во время Харикатхи убежал этот Пуджари, значит, Севакунджи, и принес гирлянду. Он сказал, мне сегодня ночью пришла Радхика и сказала, что моя возлюбленная Саки, моя возлюбленная Маджари в этом мире находится, как Шрила Нарайана Махараджа. Иди отдай эту гирлянду ей и ему. И она, значит, и до... Конечно, очень много можно вспоминать таких удивительных случаев. Вот. Но так как наш Гурудев, он раскрывал глубинные причины Шри Чайтанья Махапрабху, взаимоотношения Шри Шри Радхи Кришны, я нигде этого не слышал. Можете, никто из ачарьев современности, современной эпохи, так это глубоко не раскрывал. Поэтому это огромная заслуга является нашего Гурудева. Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Очень хорошо описано служение. До 2008 года мало кто знал, кем является наш Гурудев. Но некоторые спекулировали, говорили, вот, наверное, он вот какой-то такой Маджари, а может такой Маджари, вот такое у него служение, вот такая у него сила. И только в 2008 году начало проявляться, значит, постепенно люди узнали, преданные узнали, как, кто он является. Наш Гурудев, и у него служение в играх Радхи Кришны является Шри Рамана Маджари. У нас есть удивительная аштака вот здесь. Я думаю, мы попозже ее, может, по милости Шри Парбхактивиданта Чарикара Махараджа, мы ее споем.
Здесь раскрываются сокровенные аспекты и служения. И наш Гурудев написал несколько удивительных книг, где он раскрыл тот аспект ачарьев, который они имеют в Нагалоке Вриндаване. Например, он написал книгу «Гауравани Прачарины». Некоторые считают, что Шри Гауравани Прачарины книга, она посвящена только Шри Бхактивинода Свами Прабхупаде, Бхактивинода Свами Махараджи. Но на примере этого великого ачарья Шри Бхактивинода Свами Махараджи мы можем видеть, что наш Гурудев описывает, кем является наш ачарья там в трансцендентном мире. Например, в Исконе некоторые говорят, наверное, Шрила Прабхупада мальчик-пастушок, а может еще кто-то, не какие-то свои спекуляции. Но наш Гурудев четко сказал, что все наши ачарьи кем являются? Шри Рупа Госвами является Шри Рупа Маджари. Санатана Госвами является Шри Лаванга Маджари. Рагунатха Дас Госвами является кем? Рати Маджари. Бхактивинода Тхакура является Камала Маджари. Шрила Бхактивинода Сарасвати Тхакура Прабхупада является Нараяна Маджари. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджи является кем? Является Винода Маджари, да. Шрила Прабхупада тоже является какой-то маджари. К сожалению, мы не знаем его имя. Но ничего страшного. Я думаю, когда будем совершать какой-то очень глубокий баджан или по милости наших ачарьев, мы можем также со временем узнать. Вот. И почему? Потому что только они могут раскрыть самую сокровенную любовь, которая существует там, в трансцендентном мире. Как стих помните, да? Связанный с приходом Шри Чайтанья Махапрабху. Кто знает, он сделал, что пандит есть. Нету пандита. Анарпи дочерим вчера дальше, корона ватирана халама, самар поэтому на тужвала раса в собакте шри. Ари пурату сандурай дити хадамба сэндипита, хадахри вес хандарис пурату вакшичинам. Стихе раскрывается, что Шри Чайтанья Махапрабху, он принес на землю вот самый-самый возвышенный плод, который существует, самая возвышенная любовь, которая существует. Самая возвышенная любовь, которая в трансцендентном мире, которая может достичь джива. Какая это? Какая любовь? Вы можете стать Лолитой или Вишакой? Можете стать еще кем-то? Кем можете стать? Манджари. Кто вам сказал об этом? Кто вам об этом сказал? Кто вам еще до этого говорил? Никто об этом не говорил. Это Гурудев нам это все раскрыл. Он сказал, что только вы можете получить вот самую возвышенную любовь, которую можете получить. Например, Шримати Ратика, она иногда не так сильно доверяет даже подругам своим, как Лолита или Шакти, как, например, доверяет Шри Рупа Манджари и Шри Рати Манджари. Почему? Почему она не так доверяет? Хотя они близкие подруги. Есть ли какие-то сокровенные лилы, в которых не участвует Шри Лолита и Шри Вишакха? Ну, что они наики, они независимые героини. И только она может доверять своим особо приближенным своим. Некоторые называют ее служанки называют, как называют ее подругами. И все те чувства, которые испытывают Маджари, это те чувства, которые испытывают Шримати Ратика. Они, когда приходят на землю, они делятся всеми этими чувствами. Они знают, что испытывают Шримати Ратика. Даже Лолита и Вишакха, они когда придут на землю, конечно, они много могут нам рассказать. Например, Лолита пришла в облике кого? Сварупа Дамодара, да? Например, Вишакха пришла в образе кого? В образе Шри Рая Рамананда. Мы считаем, что Рая Рамананда Самвад. Там очень много сокровенных аспектов. Но когда нам рассказывают, описывают лилы божественные читы, например, наши ачарьи, которые являются мачарьи, мы видим, что там глубины все-таки больше. Мы можем увидеть, что в трудах Шри Рупа Госвами есть такие сокровенные причины, которых мы не можем найти даже это в трудах Сварупы Дамодара. Хотя Сварупа Дамодара сама говорит, почему? Потому что они не отличны от него. Говорится, что на дереве кадамба, вокруг него обивается это лиана. Вот эта лиана, это кто? Это сама Шримати Ратика. А бутончики, которые на ней растут, кто это? Манджари. Они испытывают те же самые эмоции, которые испытывают Шримати Ратика. Они приходят и рассказывают нам.
Однажды произошла удивительная история, вот с этого, где там эта картина? Вот она, картина, видите? Когда Кришна пошел значит, к Шримати Радхике навстречу, а вот время по дороге зашел Кунджу к Чандравне. Шримати Радхика подготовилась к этому, услышала об этом, что он пришел к ней. И она сказала, если он ко мне придет, давайте его не пускайте. Это своим значит, Маджари. Но он все-таки вошел к ней. Между ними стоялся драма, вот этот трансцендент, видите? Шримати Радхика так вот. И вот ворачивается, летает, махивается. А Кришна говорит, ну пожалуйста, пожалуйста. Протягивает к ней руку, он плачет, Кришна. Почему? Потому что он молит ее, чтобы она даровала ему свою милость. Она вошла в особое состояние, называется трансцендентный вот этот гнев. Это ее манда. Это ее особенное украшение. Кришне нравится это. Если бы некоторые думают, вот некоторые женщины совершают гневливое, у них есть гневливое настроение. Ну, женщины гневливое настроение, потому что они хотят каких-то корыстных, как сказать, чего-то корыстного по отношению к себе. Но Шримати Радхика была счастлива. Она говорит, уходи отсюда, говорит Кришна. И когда она его прогнала, она говорит, пусть Шубадев Черномазый ко мне не подходил. Наш Гурудев, я помню, в 2009 году в Шри Гирихари Гауди Матхи, он вошел вот в это такое особое состояние, это когда он давал харикатху, я помню, это было после Науди Парикры, он стал говорить, Черномазый, Черномазый, уходи отсюда, Черномазый, не пускайся к нему. Когда Махараджи поднимал, он говорит, давай расскажи про Кришну. Они говорят, Кришна говорит, нет, не говори Кришна, говорит Гурудев, говори Черномазы. Ну, так мы все так, Махараджи, так все так, ух ты, сейчас что-то такое, какое-то особенное состояние было. И она говорит, ты, группа Маджари, давай закрай свои черные кажелом глаза, и чтобы этот, чтобы ничего мне не намазал. Вот этот Черномазый пошел, и там, которого мы называем Раджандрананда, нашли Кришну, пошел на берег Ямуны, стал кататься в грязи, в пыли. О, меня Радхика плачет, не пускай. Тут пришла Вриндадева, говорит, что с тобой случилось? Ты на что похож, какой-то жалко у тебя вид? Ты же Бхагаван, тебе поклоняются эти, как там, миллиарды мудрецов, там, полубогов. Меня Радхика не пускает. Эх ты, говорит, идем я тебя научу. Ты должен, прежде чем прийти к Радхике, ты должен понять, что кто и на больной поле всего двор. Кто такие Приянармасаки, знаете, да? Ты должен подойти к ней и каждого упросить, чтобы она. Если они согласятся, на самом деле они своим служением покорили сердце Шримати Радхики. Если они согласятся, тогда она сменит свой ревнивый гнев на другое настроение. И он подошел к Шри Рупе Манджари и говорит, ну, пожалуйста, Рупа Манджари, пусти меня. Она говорит, нет, нет, уходи отсюда, давай. Проваливай отсюда, ты черномазый. Моя госпожа не хочет с тобой видеться. Она говорит, ну, пожалуйста, хочешь себе свое павлинье перо положить, стопам, свою флейту положу. Он сказал, все это, о боже мой. Она говорит, это... Тот Бхагаван, которому мы поклоняемся, когда сам поклоняется этой какой-то пастушке. Кто эти такие пастушки? Кто они такие? Она говорит, ну хорошо, ладно, ты меня зажалобил на сердце. Я тебе дам возможность посмотреть на Шримати Радхику. Ну, посмотри, сколько много стоят этих маджарик. Ты сможешь всех разжалобить? Если ты сможешь, тогда ты сможешь получить даршан нашей госпожи. Если не сможешь, то... И он подходит каждый упрашивает. И вот эти манджари не являются кем? Они являются нашими ачарьями. Кришна сам склоняется перед ними. Если такая одна из этих манджари скажет, что у меня там есть греховный ученик, там, например, я попал на себя еще. Ну, параллельно у него милости. Так вот условие. Да я себя разрешу посмотреть себе. Если она милостиво посмотрит так, на меня, там, еще на кого-то, то можно сказать, что наш прогресс очень быстро будет в духовной жизни, на молитве Кришне. Нужно удовлетворить, в первую очередь, Гурудеву. Потому что если мы Гурудеву удовлетворим, то Кришна автоматически будет наш.
Вот. И поэтому это сокровенный аспект служения Гурудева нам раскрыл на Зургаше. Если мы будем читать вот эту Шри Рамана Маджарастуку, Шри Гуру Гаварати, будем успевать служить нашим махараджам, которые на самом деле очень близкие Гуру Деву. В каждом из них находится наш Гурудев. В каждом находится Гурудев. Если мы удовлетворим, то Гурудев будет очень доволен. На самом деле мы должны служить друг другу, говорит Гурудев. Мы, как сказал Шри Павел Рашанат Прабу на Алтайском фестивале, мы все являемся Махапрасадом Гурудевом. Если мы друг другу служим, если мы все находимся вместе, Гурудев особенно этим доволен. Незадолго до своего ухода Гурудев сказал: я хочу, чтобы мы были все вместе. Мы все одна большая семья. Да. Может, кто-то как-то отличается, кто-то худой, кто-то толстый, кто-то более гневливый, кто-то более там, еще какой-нибудь там. Но все равно все одна семья. Мы несем особенное настроение. Такого настроения нигде нет. Это настроение Шрила Бхактивинода Нараяны. Куда будете чувствовать неудовлетворение? В любую самбу. Почему? Потому что то настроение, которое есть в линии нашего Гурудева, оно неповторимо, оно очень удивительное. Вот. Я больше не буду занимать вас времени. Спасибо большое Бхактивинода Махараджу за предоставленную возможность прославить нашего возлюбленного Шрила Гурудева. Я просто не имею права говорить на эту тему. Вообще не знаю. Просто Гурудев для меня все на свете. То есть он как бы дает всю жизнь. Без него мне было очень плохо, конечно. Я 11 лет пыталась найти духовного учителя. Я не могла это сделать. Я в Испании была 11 лет. Потом, когда Гурудев так появился передо мной, говорят во сне, говорят, на самом деле так оно и есть. Я просто поняла, что это мой духовный учитель. Опять же, никому еще не говорил. Быстренько в Москву поймал, что он знает, что он мне просто... Но все время, пока Гурудев был рядом, было так хорошо, легко и как-то, я не знаю. Ну, сейчас, конечно, он тоже поддерживает. Я могу его сказать, что я не потеряна в этом плане. Помогает всегда. Если какое-то, не знаю, там бывает такое, что-то происходит, то он обязательно помогает. Даже не просишь. То есть Гурудев – это сама жизнь преданного. Конечно, все высказывать нельзя, но я просто знаю, что он мне сказал, что я не должна ничего бояться, ни в момент смерти. То есть я, наверное, самая старая, но в самом деле это так. То есть Гурудев, он делает все на свете для преданного. Ну, не знаю, рассказать какие-то истории. Your wife, Shelly? Your wife? Nagari Sigatali? Yes, well, look fast. Лакшмана, да? Нанда Махини. Как ты встретила всех? Извините, мне особая щурка. Маленько.
Можно я просто поблагодарю Гурудева, что он еще меня не бросает как-то и еще поддерживает меня. Спасибо, Гурудев, дорогой, что дает Гуру Махараджа преданных еще. Плюс вот это. Простите, пожалуйста, что не могу сказать. А, ну она же как-то здесь все равно. Сзади, хорошо, лучше подойти. Не, просто не видно будет тебя. Тут камера же нужна. Тут же все снимается. Хари Кришна. Я очень счастлива всех вас видеть. Еще раз повторюсь, наверное, о том, что когда-то, когда мы сюда приехали, здесь практически никого не было. То есть в Новосибирске было, как Венгопал сказал, он спрашивал, а это Кришна вообще есть по данным? Кто-то из преданных нашего города, он сказал, по нашим данным нет никого. И мы поехали буквально в пустыню, можно сказать. Я понимаю, что это потому, что это милость Гурудева, потому что это не мы проповедовали, это не Венгопал проповедовал. На самом деле Гурудев позвал вас из сердца своего, и вы пришли, потому что у вас есть связь. И эта связь, я не знаю, когда она случилась. Наверное, очень-очень много жизней. Может быть, назад, может быть. Я не знаю, как это происходит, но я знаю, что эта связь, она есть. Я знаю, что вы все его дети, что он о вас все заботится, что он всех вас любит, очень любит. И у него есть старшие дети, которые тоже о нас заботятся, такие как Шрила Бхактивиданта Мадхава Махарадж, Шрила Бхактивиданта Сиддхарта Махарадж и все остальные саньяси. Они все посланники Гурудева, это все его руки. И как важно любить всех его детей, то есть всех наших старших, потому что Гурудев очень любит. Как однажды Враджанат Прабху сказал, мы все являемся Махапрасадом нашего Гурудева. Поэтому если мы кого-то не почитаем, если мы кого-то не любим, это означает, что мы не отдаем дань нашему Гурудеву. Поэтому очень хочется вам сказать, как Гурудев сказал, любите друг друга. Я вам об этом говорю. Я хочу, чтобы вы любили друг друга. Хочу, чтобы вы почитали друг друга. Хочу, чтобы вы были вместе. И Гурудев, он настолько близок к нам, насколько мы следуем его наставлениям, тому, что он говорит. И я молюсь о том, чтобы удовлетворить своего Гурудева, чтобы выполнить его наставления, чтобы он был доволен вами. Это только таким образом я знаю, что возможно прогрессировать. Вот. Так что я очень счастлива, что к нам приезжают Махараджи. И хочется, чтобы они почаще приезжали, потому что это такой праздник. Все. Спасибо. Okay, I do one kirtan, if I tell you a little bit, okay? One kirtan, then she can tell you something. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe, Radhe Radhe Govinda, Govinda Radhe. 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 Narayana Goswami Maharaj ki. Yeah.
Шри Бхактивиданта Шри Нараяна Госвами Махарадж ки. Вале, they're telling his name is the Нараяна Махарадж. Your Gurudev's name is the Нараяна Махарадж. Вашего учителя называют Нараяна Махарадж. Well, this all glories is the present, he is his name. Все его могущество, вся его слава сокрыта в его имени. Our India, some tradition, when they are given name, not like this, somebody coming and telling this is there. Well, no, our India tradition is the completely following all Vedic culture. They are looking who is time, you know, what is the star, what is the summer, there are so many things looking, and if they are taking it one letter, and this letter keep fast, then give some name. This is the Vedic culture. В Индии детям имена даются не случайно. Они определяются по созвездию, они определяются тому, как на это хочет сам Господь. Например, когда рождается ребенок, то по созвездию определяют, с какой буквы должно начинаться его имя. Maybe you are know there which time somebody to birth like this they are mystery. What is this future? Why they are looking which star? What time should take birth? Then taking what is this life? So like this, our India, our Maharaj name, they are given to Narayana naam he gave. Na occur this letter to get the Narayana. Так каждому ребенку делается астрологическая карта. И имя Нараяна досталось неспроста. So when came to Gurudev, when he came to Gurudev, again Gurudev gave, this is the only giant, there's a Gaura Narayana. Only giant, there's only Gaura name, the Gaura Narayana. Когда он пришел к своему учителю, Шриман Бхакти Прайян Кешава Госвами Махарадж, то дал ему имя, практически не изменив, только добавил Гаура, Гаура Нараяна получилось. And when he took sannyasi, again he also gave same name, this is the Bhaktivedanta Sri Narayana Goswami Махарадж. И когда он получил титул саньяса, он также остался Нараяной Госвами Махараджем. So, Gurudev, when Gurudev gave to somebody name, you know, this name also presents this all glories. In some Guru, eternal, this is the, so Gurudev when gave somebody disciple name, this name, everything is present in this name also. И вся слава Шри Гурудева, все его могущество, все его качества, они присутствуют в этом имени. Like this, your Param Gurudev, your Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, he gave to Vinodata, your Param Gurudev name, the Vinodata Manjari. So he gave to Vinodata, why? Prabhupada eternal, he is the Radharani Manjari. Вот посмотрите, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, когда дал имя нашему Парам Гурудеву, Шрила Бхактисиддханта Прайян Кешава Госвами Махараджу, он ему дал имя Винода. Почему он дал ему имя? Ну, потому что у него сварупа Винода Манджари. And he is, everything like this is Bhaktivedanta Narayana. What is the Narayana? Nar, there's so many meaning with the Narayana. Nar meaning the ras. Yana meaning, who is the shelter of all ras. Итак, что же заключено в имени нашего учителя? Нара обозначает вся раса. Аяна обозначает прибежище. Итого, получается, Нараяна – прибежище всей расы. Yeah, so you can say Gurudev Harikatha is the soul nectar, no? So, yeah. So when Gurudev telling Harikatha, you know, some another temple, they are also coming to listen to Mahatma Harikatha. You one time listen. Then he never left Gurudev. Yeah, so always try to connect to listen to Gurudev Harikatha. И посмотрите, какая у него была сладостная харикатха. Если кому-то довелось услышать ее, то он просто становился как заколдованный. Он просто уже не отходил от Шрилы Гурудева. And when I am in Jagannath Puri, and when I come temple, I am so much enthusiasm on listening some Harikatha. And learning some Harikatha, I am, you know, inside so much people, so enthusiastic, I'm listening Harikatha. Then listening, who is the noun? That my Gurudev already is the left, you know, one. So I heard, oh, one Mathura stay, one Maharaj, his name is the Narayana Maharaj. And he, you know, all children, he gave very nice teaching to Harikatha to all, you know, this
this devotee is brahmachari, you have nicely telling Harikatha, teach to Harikatha. I am, before I listening, so this is the Rayar, when I came, this is Mathura, when I saw, they are not Harikatha, this is the completely Katha, Ganges of Harikatha, going there, you know. One day, three times Harikatha, one coming from Guru Varga, appear, disabilitated Guru Dev, himself, that hope for time, you Harikatha. Not Harikatha, this is going the river of Harikatha there. Итак, когда я в детстве прошел к своему учителю Браганатха Пури, так получилось, скоро он ушел, и я стал задумываться. Я просто горел желанием узнать всю Харикатху, горел желанием научиться говорить Харикатху. Тогда я услышала то, что Шри Кешаваджи Гаудиамадхи в Матхуре, некий Шрила Нараяна Махарадж, очень хорошо учит мальчиков. И тогда я подумала, это очень редкая возможность, я не могу ее упустить. И поехал туда. А когда я туда приехал, я был еще больше поражен. 3 раза в день идет Харикатха. Когда наступает день явления Хода Вайшнав, 4 раза в день идет Харикатха. Там было просто сплошной поток Харикатхи. Gurudev told like this, you know, like tusk on this iron, tusk on even gold, you know. If somebody came to Gurudev, only no need to study any scripture, only listen to Harikatha Gurudev. Why very nicely can listen to this Harikatha? You are become a big lecturer, you know. So who is the came to Gurudev? Before I told, who is the came to Gurudev, only tusk to Gurudev like this. They are now become gold there, gold wall they are teaching. Very difficult to do anyone temple. I am staying in Vrindavan. Very difficult to do one temple, find out only one lecture. But Guru Dev Mercy of Gurudev, so many very Gurudev, maybe who is the look Gurudev, when coming some appears disagreement to some devotees, all devotees hankering when Gurudev asks me telling some Harikatha. When Gurudev asks to ask telling some Harikatha, so many. You know, Gurudev like so many nice, you know, they make power. Есть в этом мире философский камень. И философский камень обладает чудодейственным свойством. Если к нему прикоснуть железо, оно превращается в золото. Шрила Гурудев, вот он настоящий Чинтамани. Гораздо лучше, чем этот философский камень. Каждый, кто с ним соприкасался, превращался самого высшего качества, пробы золота. Как вот, например, сколько людей, слушая от Гурудева, достаточно было просто внимательно слушать от Гурудева Харикатху, и ты становился величайшим проповедником. Сколько сейчас по миру учеников Гурудева дают превосходную Харикатху. Я знаю, я живу во Вриндаване, я знаю Мадхи во Вриндаване, я знаю всех людей, всех вайшнав во Вриндаване. Там очень редко можно найти в храмах людей, способных говорить Харикатху. Говорит, но у Шрила Гурудева, у него все ученики дают сразу же, когда они только начинают говорить, они сразу дают, идет замечательная Харикатха высокого уровня. Not telling Harikatha, but nice speaker, you know. You can look our Buddha, our Gurudev. One is the nice telling Harikatha. One, you can, when you listen to the Harikatha, like this, look, this is the Padmanabha Maharaj. When telling Harikatha, we know how telling Harikatha. This is Nemi Maharaj, can look, this is the Sudhadita Maharaj, looking, this is the Sravati Maharaj, you can look to. And you can look to the Astra Maharaj, this is Sadhu Maharaj, Madhusudan Maharaj, one to one, Madhava Maharaj. But you can when listen to Harikatha, you are thinking this is the very best of all world they are speaker, you know. Even there when they are telling Harikatha. How they are telling Harikatha when another Gaudiya Mata, they are listening to our Harikatha, they become surprised. Really. How telling Harikatha here yeah? When it's listening to our everybody telling this the mercy of Sri Narayana Maharaj. Why? His name is the Narayan, he is the full of Ras, our Maharaj. И как они говорят Харикатху, какую они дают Харикатху. Махарад сейчас перечислил имена вайшнавов,
проповедующий, говорит, это еще так, где на Патманап Махарадж, еще вот и Махарадж, Вайканас Махарадж, Тамадар Махарадж, Мадасуд Махарадж, Нелли Махарадж. Все, говорит, вайшнавы, они говорят такую харикатху, которая просто в изумление приводит вайшнавов из других гаудиаматхов. И я чего не сразу признаю, да, это особая милость Шрилы Нараяны Госвами Махараджа. Нараяна Госвами Махарадж, ки! So, you know, he has some special quality. Special quality to that, I saw some another Gauriya Mata, if somebody tried to learn some Harikatha, somebody better did not try to teach him. Oh, if he learning more than me, my name is going down. So, if somebody tried Harikatha, they cast to lay, you know, try to don't go too hard. But I saw Gurudev, she does some special thing. If, when I was 10 Mathura, I saw, if somebody is somewhat interested in listening Harikatha and learning Harikatha, Gurudev gives special attention to them, that person. You know, he asked him to him and gave enthusiasm to him. So, Gurudev coming to Gurudev, they are learning so much good speaker Gurudev. Какое удивительное качество есть у Гурудева. Например, я видел, был свидетелем, как если где-то кто-то начинает проявлять желание говорить харикатху, то его братья начинают просто стягивать его вниз, что не дай бог он не поднялся и не был и не занимал уже более высшее положение по отношению к нему. Но у Шрилы Гурудева было совершенно по-другому. Если он только замечал у какого-то мальчика желание говорить харикатху, он наоборот ему давал все свое внимание, всю свою заботу, постоянно вдохновлял все больше и больше, лишь бы тот только все глубже и глубже изучал харикатху. And you know, when somebody, you know, Gurudev always tried somebody tell harikatha, so always gets chance, you can speak, Gurudev. And if somebody don't want to speak, but by force, he gets, but must you can speak, you know, he also, me also, you know, very fast you come to the temple, Gurudev telling, can you speak something? Well, Gurudev, I cannot speak. Well, you follow my order, no, I am following your order. You know, Gurudev telling, who is the following? Then I am standing. There are so many devotees, there are Mathura, so many devotees, but I did not take to, you know, front of anybody. When I am standing, my body is shaking, you know, sweating, my body starting the sweating. But I tell you, I don't understand. But once, second time, you know, anyhow, tell you something. The second time Gurudev asks me some harikatha and asks me, and Gurudev telling, you know, in some Guru Vartiti, well, when somebody telling which point, who next point, you cannot repeat. You tell some new thing. So already 3-4 Vaishnava already told, then asks me, but all points are finishing. So when I cannot tell Gurudev, give me very big chest height, very big front of everybody, big chest height Gurudev give me. You know, the big chest height. So and that day too, I am completely changed. When coming in Guru Varga, I am a disciple, will bring that 20 days before I can look in. You have any pastime, what is the teaching, what is the life history. This way Gurudev, everybody, you know, Gurudev try to, everybody learning Harikatha, everybody learn. So who is the camp to Gurudev? Yeah, everybody learn nice Harikatha. Gurudev всем давал возможность сказать харикатху, попробовать себя в харикатхе, развивать все, чтобы человек говорил все лучше и лучше харикатху. Это возможно, когда ты даешь шанс человеку говорить. А если бы он, например, отказывался, то он просто ставил ультиматум. Он не разрешал его не говорить. Например, Махарадж рассказывает из своей истории, говорит, однажды был день явления вайшнава, Шрила Бхактивинода Тхакура. И Шрила Гурудев ставил вначале условия непререкаемое. Каждый следующий выступающий не должен упоминать ничего из предыдущего оратора. И когда все уже выступили, Шрила Гурудев поднял меня. А теперь ты говори. И вот тут, говорит, мне уже стало плохо, потому что там было очень много людей, и уже сказали все, что я знала о Шриле Бхактивинода Тхакуре. И меня, говорит, трясло, и я меня бросила в пот. А Шрила Гурудев, я сказала, я не могу, Гурудев. А Гурудев, ну, вы знаете его приказной характер, говорит, ты тут, я, говорит, твои приказы выполняю, или ты мои приказы выполняешь? И тогда мне пришлось встать, и меня, говорит, потрясывало, когда я стояла. И когда Шрила Гурудев увидел, что у меня действительно нет
слов, чтобы что-то сказать, тогда он меня так опозорил прилюдно при всей этой многочисленной аудитории. Он сказал, что ты что сюда приехал кушать и спать просто так. И он очень сильно отругал его при всех, а это был совершенно храбрый, такой имидж уже. И тогда, поскольку через все это пришлось пройти, Махарадж говорит, после этого, еще за 15 дней приблизительно, только начинал, должен был наступить день явления или ухода какого-то вайшнава, я уже читал все книги про него, все истории, чтобы потом, если меня спросили в конце, мне больше не пришлось пережить нечто подобное. Yes, so Gurudev, this way, you know, this way Gurudev, you know, when coming any like this Kartik Parikrama, how Gurudev teach to all sannyasis, you know, how, you know, when come Kartik Parikrama, then Gurudev telling this Parikrama, whole Parikrama, you can discussing Srimad Bhagavata Katha, maybe even Chaitanya Charitamrita. Then Gurudev tell all sannyasis, anyone I can ask any subject like this Bhagavata, when coming, coming slowly, slowly. Anybody I can ask to, you know, not telling I get one subject, you and get this subject, I get, no. Gurudev tell anybody I can ask any subject, anybody. Then what happened? Necessary can all subject, you know. So maybe you can saw when everybody come in class, go to sannyasi's house, you can't say they are sleeping. Everybody looking, though. Everybody looking, you know, maybe Gurudev asks, then what can speak, you know. Front of everybody. This way Gurudev, you know, prepare to all sannyasis. Will brahmacharis be prepared like this Gurudev? Gurudev создавал особую атмосферу во время лекции. Экзамена. Атмосферу экзамена. Экзамена для саньяси и для брамачари. Это обычно всегда было при многочисленной публике. И Гурудев просто вначале, например, берем парикраму. Идет, и он говорит, например, Раджа Мандал Парикрама, Навадью Парикрама, говорит, мы будем говорить из Чайтанья Чаритамриты. И он никогда не распределял при этом темы по выступающим, по предполагаемым выступающим. Не так, что вот ты вот выучи вот эту вот тему говорить, а ты выучи вот эту тему говорить. Каждый из них знал о том, что Гурудев, у него просто манера такая, он может спросить любого, по совершенно любой теме. И ты должен очень красиво и глубоко сказать. И если ты еще как-нибудь не так скажешь, все тебя вокруг осуждать будут, но что это глубоко не знаешь, что глубоко не знаешь. И говорит, в прошлое время, говорит, ни один саньяси днем не спал во время парикрамы. Все только и сидели над книгами. Если Гурудев установил, например, будем говорить о читании Махапрабху, то каждый, он каждому вечеру просто готовился так тщательно к выступлению, то, что, может быть, сегодня будет он, и сегодня ему нужно будет делать по тем или иным темам. Yeah, so his name is the Narayan. Yeah, Nathul of Ras. He one time listened to Harigatha to Gurudev. Yeah, one time listened to Harigatha to Gurudev. You know, Gurudev Katha such a Ras, Ras Katha, then you cannot go to anywhere and listen to Harigatha. You think this is the fika, this is the nothing, you know. So we are listening to Harikatha Gurudev. So we have one time listening to Harikatha, you know, we cannot come test to listen to another person. Катха Шрила Гурудев, так он Нараяна, он исполнен расы, была раса. Раса означает что? Необычайно вкусна. Если человек только хоть как-то соприкасался с такой харикатхой, ему все казалось безвкусным. Yeah, and Narayana, another Narmini Gyan, Ayanamini Seltar, who is the Seltar of all knowledge, you know. This is the truth, you know. Gurudev, heart must knowledge of Gurudev, and maybe who is the listening Harikatha Gurudev, you know. When he is discussing any subject, you know, very detailed one subject they are discussing, one very details, you know. When Gurudev is telling this Harikatha, one Harikatha, you know, another Gaudiya Bhattacharya, oh, still learning Harikatha, yeah, not any get chance. But Gurudev, maybe you can look, Gurudev never passed telling Harikatha. He gave the chance to everybody, he speak. And then last, when everybody telling, you know, last then Gurudev, he telling Harikatha.
Обычно в матках есть один лектор, который утром и вечером дает харикатху. Это обычно в матках. Но у Шрила Гурудева он как раз создавал другую атмосферу. Он вызывал каждого, просил каждого говорить, а потом в конце скрывал предмет. И вот в этом, то есть это санскрит, он очень многозначителен. Это другое значение его имени. Нараяна. Нара обозначает гьяна, айна – прибежище. То есть он прибежище или обитель всей гьяны. Когда, например, начиналась та или иная тема, он спрашивал всех ораторов, выступали все брамачари, саньяси, и потом в конце говорил Гурудев. И как глубоко он говорил. Вот это как раз показатель того, только когда у тебя действительно бездонное знание, вот только тогда в конце ты можешь еще более глубоко сказать. Yes, so Narayan, Nar meaning all human beings, Ayan meaning is the who is the shelter of all human beings. So it is then Narayan, right? The supreme personality Godhead. Yeah. So you can see this is our Maharaj is the, you know, prayer. He is the gift. Everybody shelter you get. Everybody. If only one time coming, if he another problem, then come to Gurudev. You know, ask Gurudev, help us. Gurudev helped all Gaudiya Math, not only this one Gaudiya Math. So all, you know, that time Gurudev is a police officer. And Gurudev, nice disciple. If any another temple, there any problem, they are coming, Gurudev solved and sent this Brahmacharya to another temple. You can look there, to protect. I saw many times. Some property, somebody want to buy horse, take. Look at their sent to Brahmacharya, you know. So he's the shelter to everybody. Who is the camp to Gurudev? He is my temple, another temple. This is the speciality of Gurudev. Это исключительное качество Шрила Гурудева. Еще одно значение Нараяна заключается в следующем. Нара – это люди. Еще более широко – живые существа. А Айна – обитель, прибежище. То есть он является прибежищем каждого живого существа. Он действительно никогда не делил на своих и чужих. Например, что бы ни происходило среди других гаудиаматхов, они всегда могли найти помощь у Шрила Гурудева. Если даже кто-то там занимался, у кого-то забирали собственность, или у кого-то были отношения плохие с полицией. Шрила Гурудева, у него было много учеников. Один ученик был в полиции, и тогда он посылал его, чтобы разобраться. Или у Гурудева было также очень сильный брамачари. Иногда нужна была физическая сила, он отправлял свои сильные брамачари, чтобы решить ту или иную проблему. Кто бы к нему ни обращался за помощью, он непременно всегда находил у него ее, свое спасение. Он никогда не верил, мой мат или не мой мат. Мой вайшнав, вайшнав из нашего общества или вайшнав из другого общества. Он действительно придерживает настоящее качество такого величайшего вайшнава, как придерживающее каждого человека. So another Gaudiya Math temple, so another Vaishnava, no? They so came to Gurudev, like this I am came to Gurudev. So Siddhartha Maharaj came to Madhusudan Maharaj came to Gurudev. And this is why there another Anandavas came to Gurudev. Why? They are the disciple of Gurudev. Why came to Gurudev? They are sought Gurudev, they are never thinking the mind disability side. They are thinking everybody, if somebody can tell me, you came to me. So they say, I can live this life. So everybody came to Gurudev. Посмотрите, говорит, как много было у Шрила Гурудева учеников от других учителей. Они ведь не случайно к нему пришли. Они ведь именно у него нашли прибежище. У кого еще были ученики от других гуру, которых было бы так много, говорит, и Сиддханти Махарадж, ученика Кутранат Пурида Самахара. И я, говорит, пришел от другого учителя. Мадхусудан Махарадж пришел от другого учителя. Так много. Все пришли к Гурудеву от других учителей. И Маду Махарадж, Падманаб Махарадж, Неви Махарадж, все практически
кроме Шрути Махарадж, это единственный, наверное, Дамодар Махарадж, он к Гургавинда Махараджу пришел. Все равно это Махабхагава, он считается не отличным от мантра Гуру называется. Все они пришли и нашли у Шрила Гурудева ту самую любовь, тепло, понимание, воспитание и обучение. Это вот как раз удивительное качество Шрила Гурудева. Yeah. So this is Narayan. Nar meaning the mercy. Ayan meaning the shelter of all mercy. You can serve Gurudeva so much, you know. This is the mercy. Karuna. I'm telling mercy. Yeah, like this is Gurudeva. So much Gurudeva. This is mercy. This is heart. She's heart is so soft, you know. If somebody I can serve to Gurudev, stay very close to Gurudev. So she's so full of mercy of Gurudev. Шрила Гурудев, он Каруна. Он олицетворение Каруны Шакти, он олицетворение милосердия, сострадания, великодушия. Я знаю, я жил с Гурудевом, я очень близко был с Гурудевом. Я просто видел все эти обстоятельства и случаи, в которых просто у него несравненное милосердие ко всем. Yeah, So I tell to there, I tell this is the Gurudev have, therefore three mridan, Gurudev have very sweet sound, Gurudev singing, very nice, with the tone, maybe somebody listen this kirtan, how Gurudev tone, very sweet tone, it could kirtan. So when somebody came to telling, I want to learn kirtan, your param Gurudev is going to go to Guru Narayan. And he is the one mridan, this is the playing it. Second is the Brihata mridan, the scripture, he also publication is so many scripture. So this is the telling, you know, this Braj Gopi is telling who is the Bhuridajana, greatest chariot, who is telling Harikatha. The more greatest person who is the publisher of this scripture. Why? The scripture staying always, so tell the Brihata Mridam. So Gurudev also publication so many nice scripture. So telling like this is the Bhaktivedanta Swami Maharaj establishes Samangrato. But this is the Bhakti Rakesh Sridhar Goswami Maharaj established Abhidev Datta. Our Gurudev all treasure. You know, he is the aim and abhidev ras scripture Gurudev publication. Шрила Гурудев является олицетворением Мриданги. Всех трех видов, говорит, Мриданги. Он и прекрасный киртанея. У него был просто необычайно красивый и глубокий голос, как кукушки иногда сравнивали вайшнава. То есть кукушка в Индии, у нее очень тонкое, красивое пение. И вот если мы послушаем киртаны Шрилы Гурудева, они так приятны на слух и так глубоки по своему внутреннему смыслу, содержанию. Сам голос. Гурудев, помимо этого, был мридангой кем? Живой мридангой, как проповедник, как... То есть, говорится, гопи поют в гопи-гите, в буридаджанах, кто же является высшим благодетелем. В этом мире есть разные виды. Благодетель, настоящий благодетель, высший благодетель – это тот, который спасает людей, рассказывая им харикатху, рассказывает о Кришне. Гурудева нет равных в этом. Также Гурудев является творением Брихат Мриданги. Брихат Мриданги обозначает, он издавал книги. Обычно мриданга слышно на несколько метров, на сотню метров. Но Брихат Мриданги – это такая мриданга, которая, звук которой уже слышно гром по всему миру, для всех тех, кто умеет читать. Обычно Харикатхана может войти и забыться, но книги, они остаются навсегда. И Шрила Гурудев, как много своих усилий он отдал на издание книг. Он является царем, это Брихат Мридан, сколько раз он подарил нам свои книги. And also, he also, this is the Jivanta Мриданга also. Jivanta Мриданга, who is himself preaching, he is the, maybe so many preachers go to Western country, because Gurudev is the, how many times Gurudev got embraced, maybe 13 times he hold world, he do Parikrama, 13 times. Даже в том, сколько он объехал стран, сколько раз он облетел земной шар, тоже ему нет равных. Он более 30 раз
но у него было мировых турне, по которым он полностью отдавал себя людям. So when he's saying the Gaudiya Vedanta Samiti, they are telling there are three persons, Trivikrama Maharaj, Bhavan Goswami Maharaj. There are three persons, they are telling one, telling this is the Bhavan Goswami Maharaj, telling he is the Brahma. Why Brahma, why he is the creator, you know? And telling Trivikrama Maharaj, he is the Siva. Siva comes the death tray. And they telling this is the Narayana comes, he is the mentally. There are three persons like this. But Narayana, you know, with the Narayana, he gave to Brahma, he can do creation. And tell this Shankar, he can be destroyed. But this maintaining one, why? Creation is the easy, you know. Destroyed to each world, maintaining the not easy. So himself, Vishnu will take this thing, I can maintain it. Like this, our Gurudev is, you know, he's one maintaining. So Bhavan Goswami Maharaj, he kept Diksha Mantra before when Gurudev stayed. But Maharaj is the Pimpa Maharaj. Very hardly katha. His harikatha is very strong harikatha. Yes, and Narayana, our Maharaj is the all his disciples nicely teaching harikatha, nice maintaining everybody's life. So this thing, the nothing. So Lord, he made this thing. Итак, если мы смотрим на столпы Гаудия Веданта Самити, то мы видим, что все общество держалось на этой опоре, на этих трех опорах. Это Шишиман Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, Шишиман Бхактивиданта Райна Госвами Махарадж, Шишиман Бхактивиданта Тривикрама Госвами Махарадж. И у каждого из них было свое предназначение, своя функция у каждой опоры. Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж давал посвящение Шипат Бхактивиданта Тривикрама Махарадж. Он разрубал материальные привязанности, он чистил брамачари изнутри. А Шрила Гурудев занимался воспитанием. Вот, говорит, посмотрите на эту особенность. Когда Вишну определял тоже назначение, работу Гуна Аватара, он говорил, вот ты, Брама, занимайся творением. Ты, Шива, занимайся разрушением. Но поддерживать жизнь во Вселенной буду я сам. Почему? Не так сложно творить, не так сложно разрушать. Как поддерживать это равновесие Вселенной, решать все проблемы. И поэтому Вишна оставил это себе право. И вот точно так же Шрила Гурудев, он занимался как раз воспитанием, балансом и поддержанием всего общества. They are criticized or go, oh, here come this large red cloth, Al Goswami is white cloth, why bring this, and this is the, and put this janeo, and this is the, there have not any Guru Parampara, you know, they are telling Tiger, Radhesyam, Hare Krishna, Hare Ram, Sri Krishna, Chaitanya, Prabhupada, Hare Krishna, Hare Ram, Sri Ram, there are some upper sampradaya, some sadhu, you know, they are, Babaji, they are being criticized to our Prabhupada line, or oh, they have not any Guru Parampara. You know, so many things, you know, they are being criticized. This way they are confused to who is the Prabhupada line. Sometimes they are confused and they are taken to this old line, you know. They are taken. Then Gurudev, he writing one scripture, they mean the Prabhupada Panchakam. There are five subjects is there. Gurudev, such a scripture writing and pre-distributing. And this special is Bhavaj, you know, they're pre-distributing. And when Gurudev completely cut this all Siddhanta and direct Gurudev mentioning who is this person, tell this thing, you know. I have no direct mentioning this guy. Gurudev never afraid anybody, never front of everybody with this one, but tell it. So, Upper Siddhanta, front of everybody, cut this all argument to Gurudev. Never samjota, okay, not okay. So Gurudev direct speak, then all Babaji, you know, they are listening this scripture, they are so much angry, and they are being assembled there. Many person, they are calling.
example. He gives everywhere, he gave example. Who is scripture telling out, what is the parampara, two kind of parampara, Bhagavata parampara, Guru parampara, what is that? Gurudev explained nice, he cut this all argument. У Шрилы Гурудева есть особенная книга, называется «Прабанда Панчака». Махарадж говорит, это мое наставление вам, чтобы вы обязательно знали эту книгу, чтобы не просто ее прочитали, а вы знали очень хорошо те темы, которые описаны в этой книге. Что представляет собой эта книга? Это, говорит, бомба. Когда Шрила Гурудев в то время, когда появилась критика, когда Гурудев пришел фактически в Уттар-Прадеш, то Гауди Вашнав не воспринимали серьезно, в высшее положение, которые жили на Радакунде, и они устанавливали все законы. Но минут до готовки хоги через 15 минут будет трасса. Полчаса. Итак. И, пожалуйста. Что? По времени. Что? Еще раз. 10 минут до готовки хоги. 10 minutes more cooking and then offering. Okay. I think they are a little late, you know. But they are. Я просто волнуюсь о том, что, вероятно, для людей будет поздно возвращаться домой. У преданных есть машины, я думаю, они помогут докуда-то, до каких-то... Да, да, там, говорят, сегодня практически никто не приехал на машину. А Гартали? There is not so many transport here. А в Айнхай? Yes. Okay. Можно вызвать микроавтобус и уехать, когда приехали. Tell what they are made about this. Махарадж говорит, предложите сейчас то, что уже приготовлено, а остальное будет автоматически предложено. And tell Gurudev, so many Gurudev past time, so many Gurudev past time. So, not to translate? Итак, я считаю, это тоже очень важно. Когда Шрила Гурудев появился первый... Точнее, до него тоже были Гаудия Матхи в Уттар-Прадеше, но проповеди там не получалось у Гаудия Вайшнава. Гаудия Матхи не воспринимали серьезно в Уттар-Прадеше, вообще по всей Индии, среди хинду говорящего населения. И Шрила Гурудев появился тогда в Уттар-Прадеше, в этом главном штате, и увидел, что главное положение занимаются хаджии, которые испортили их отношения вообще к Гаудия Вайшнавам, общества, и установили самые разные правила. И тогда Шрила Гурудев, видя все это, видя, что Гаудия Вайшнава было, эти Гаудия Вайшнава вообще не авторитетные, они вообще непонятно из какой сампрадаи, они не причисляют себя к Мадхва Сампрадая, ничего подобного. Пакистанцы Ацарья Прабхупада ни у кого вообще не получал посвящение, сам себе дал посвящение. Саньяса это вообще не авторитетно носить. Гаудия Вайшнава занимаются только сухим пережевыванием слов. У них нет ни расы, ни бхакти, ничего. Вот Gaudiya Tila, Kanti, Mala, you know, they are mostly preaching Gaudiya Vaishnava. There are so many devotees everywhere looking, you know, this is the Gaudiya Vaishnava, Gaudiya Vaishnava. Everybody Prabhupada lie, you know, Swami Maharaj, Vishwar and Gaudiya, so many, they are so much jealous, you know. Prabhupada Panchaka before Western devotees came, yes, Maharaj? Prabhupada Panchaka after. Тогда уже появлялись ученики с Запада, которые провел Бхактивиданта Сангха. Фактически проповедью это занимались именно Гаудия Вайшнавы. Но в свете это не было представлено, это не было абсолютно, как это сказать, это не было доказано, представлено среди общества, среди пандитов. И тогда Шрила Гурудев пишет вот эту книгу «Прабанда Панчика», в котором по каждому пункту критики в сторону Гаудия Вайшнава он пишет такое доскональное опровержение и
некое объяснение, что ни у кого, кто имел противоположное мнение, не было вообще возможности слова, рот открыть и сказать следующее слово. В момента Шрила Гурудева стали все бояться, все те, которые злословили против Гаудия Матхи. После этого стали бояться те, которые живут на Радхакунде. И никто больше, это были не только те, которые жили на Радхакунде, это были и вайшнавы, ну, видать, еще не совсем зрелые, из других сампрадай, которые тоже испытывали неприязнь. Почему так много Гаудия вайшнавов вообще? Кто они вообще такие? Из других сампрадай, там и Врайда Валлабы сампрадай, и всех остальных. Вот тогда Шрила Гурудева по всем пунктам прошел очень авторитетной линии. И больше такого не слышится до поры до времени. Как бы я от себя сейчас добавлю, сейчас опять начинается волна. Гурудев ушел, сейчас начинается волна вриндавания. Начинается движение Шичитания Махапрабху, но ни у кого, кроме Гурудева ушел, ни у кого сейчас нет возможности, никто не выступает против этого. Этим должны заниматься ученики и последователи Шрилы Гурудева. Поэтому Махарадж, он почувствовал, знайте эту книгу про Банда Панчика. Вы должны знать то, что в ней написано, чтобы если вы могли спокойно отстоять свою линию Гаудия Вайшнава при случае. Вы все должны прочитать эту книгу. Когда Махарадж сказал еще, когда эта книга появилась, Гурудев распечатали много экземпляров и раздавали бесплатно везде во Вриндаване. Всем и каждому, и на Радхакунде, и во Вриндаване. И такое ощущение, как будто весь Вриндаван вспыхнул. Все там начали гореть. Это было подобно бомбе для Вриндавана, вот эта книга. И поскольку это написал наш отец, мы просто должны этим гордиться и прекрасно знать, что там написано. Так. Одно объявление хотел сделать. Это если кому-то нужна про Банда Панчика, могу. Ну, она в печати находится. Можем через два дня ее привезти сюда. Про Банда Панчика придет через два дня. The reprinting про Банда Панчика in 2 days will be new version of Prabhupada. Спасибо, Hare Krishna. Telling when your Param Gurudev sitting in the Devanga Gregorian Matri, no? That time this our Gurudev and everybody they are sitting there. Somebody came there, telling, oh Maharaj, Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj. You know, there is the, you are there, Swami is in the empty field. Why did not planted some flower? Okay. Then your Param Gurudev only, they are not looking at the flower. Flower. This flower, this fragrant, this is fragrant. How many per go? Very little. And after she became dry. But even I am making this flower, they're telling this flower. I make their flower. This flower becomes such a one day this blossoming. When it blossoming, this fragrant not going in India, this blossoming going to whole world. And whole world bumblebee attractive this flower and coming drinking this honey. Like this, our Gurudev is this one flower, you know. So this flower when blossoming, this fragrant not going in India, he go to whole fragrant. America, France, Japan, Germany, also came Russia. Also. This fragrant came Russia. And Russia, so many ras in a devotee, they are attracted to them, are drinking this honey. Однажды к нашему Парам Гурудеву Шрила Бхакти Прагьяна Кеша Госвами Махараджа пришли люди, они удивлялись, ой, у вас тут столько земель, как можно хорошо ее использовать, ну хотя бы цветы вы выращивали. Кто Парам Гурудева, что, говорит, не видите мои цветы, что посмотрите, какие замечательные будут. Скоро они размахнут. Будет такой аромат, что не только его можно будет почувствовать в Индии, а и по всему миру. Вот сейчас эти бутоны раскрываются, они даруют свое благоухание. Это благоухание доносится Америки, Франции, Англии, говорит, до России, говорит, Россия это вообще, говорит, страна расы, тут все только и жаждут расу. Вот это благоухание теперь дошло до расы, и все эти шмели,
призвавшие меня на этот мед, говорил Парам Гурудев. So like this is Maharaja also so many glory. So you are some children, some grandchildren, yeah? And father is the who is the children as much you did love, who is the grandchildren is more love to the grandchildren. So who is the his son, we are a love also, but who is the his son's sons, they are more near dear to me. Вы все говорит, вы все очень дороги Шри Гурудеву. Кто-то из вас его сыновья, кто-то из вас его внуки. Но, говорит, сколько бы ты не любил своего сына, своих внуков, ты будешь любить еще больше. Поэтому некоторым даже еще больше повезло. Yeah. So, telling your Gurudev, before your heart, herself Radharani, she told Narayana Maharaji, my Sakhi, my Manjari Radharani, herself established this thing. That means you are coming very pure, Итак, мы, возможно, кто-то уже говорил, уже говорили о том, что Радарани сама продемонстрировала о том, кто такой Шрила Нараяна Госвами Махарадж, о том, что он ее сакья. Это говорит о чем? Это говорит о том, что мы действительно пришли в подлинную авторитетную линию учителей. So, Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж ки. Janit Lila Brahmish Vesla Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Ki Nitai Gaur Brahmana Ki Damodar Maharaj, he first came to, this is the Gaur Brahmana Maharaj, I think when he came to Mathura, he is the tech Gurudev, I think Harinam, Dikha, everything type to Gurudev. Yeah. But he can fast again to go from Гуру Дев. Говорит, вот Шипад Бхактивиданта Дамодар Махарадж, он приехал от Говинда Махараджа. Я говорю, думаю, что он там получил харинаму, а учил Гуру Дева дикшу. Yeah, before maybe something there, but here take everything. You can just speak something. Any new thing, Gurudev, some past time? Some new past time. Yeah. So many new past time. So many. Actually, one, two, now they are Arati number three. Now this one. Страстная молитва обретения милости Шрилы Гурудева. Значит, Шри Шримад Бхактивиданта Мадхава Махараджа, непрерывно погруженный в Кришну приему, ты позабыл о своем проявленном теле, садака дехи, в этом материальном мире. Ты являешься лианой желания, которое увеличивает настроение манджари, татта-адхава. По твоей милости мы можем осознать наши изначальные духовные формы и экстатическое любовное настроение манджари-бхава. Когда наступит тот день, и ты прольешь свою милость на меня. Твои прекрасные одежды розового цвета, а восхитительное тело подобно золотому цветку плюмерии. Ты настолько привлекательна, что даже Кришна недоумевает, когда видит тебя. Ты вечная возлюбленная спутница Шримати Радхики. Твое сокровенное служение состоит в том, чтобы помогать Радхике ночью, когда она совершает Абхисару, отправляется на встречу с Кришной в их секретное, заранее установленное место. Ты же являясь лианой желания для Шримати Радхики. Когда наступит тот день, и ты прольешь твою милость на меня. Ты умело маскируешь Радхику, украшая ее различными одеяниями, в зависимости от положения луны и видимости ночью. Иногда во время двухнедельного периода белых ночей ты наряжаешь Радхику светлой одеждой, с белым орнаментом, и умощаешь ее тело камфорой. А во время двухнедельного периода черных ночей ты наряжаешь Радхику в одежду глубокого темного цвета. Так ты скрываешь Радхику от посторонних глаз и обманываешь встречных людей по дороге в секретное место встречи Радхи и Кришны. Ты являешься лианой желания для Шримати Радхики. Когда наступит тот день, и ты прольешь свою милость на меня.
Когда вы с Радхикой идете по лесу, и она видит пни деревьев, то становится очень бледной и прикрывает лицо, так как Радха думает, что это посторонние люди наблюдают за ней. Тогда ты говоришь ей: «О, Радхи, не волнуйся, это всего лишь пни деревьев, а не люди. Ты являешься лианой желания для Шримати Радхики. Когда, о, когда наступит тот день, и ты прольешь свою милость на меня». Ты очень умело все организовываешь, просчитывая каждую деталь для того, чтобы родители Радхики ничего не заподозрили в ее отсутствии. Обернув тканью ножные колокольчики на лодыжках Радхики, ты бесшумно ведешь ее навстречу с Кришной. Будучи очень довольна тобой, Радхика держит свою руку у тебя на плече. Ты являешься лианой желания для Шримати Радхики. Когда, о, когда наступит тот день, и ты прольешь свою милость на меня. Для того, чтобы подготовить Радхику к возможным трудностям, встречающимся на пути дождливую ночь, ты заранее проводишь тренировки в лесу, обучая Радхику ходить по грязной и скользкой дороге, усыпанной колючками и другими препятствиями. Ты являешься лианой желания для Шримати Радхики. Когда, о, когда наступит тот день, и ты прольешь свою милость на меня. Для увеличения интенсивности различных настроений Радхики, например, ревнивого гнева или безразличия, ты всегда советуешься с его друзьями, прия нармасаки, такими как Субал и Муджвал. Ты являешься лианой желания для Шримати Радхики. Когда, о, когда наступит тот день, и ты прольешь свою милость на меня. Побеждая сына царя Враджа в серьезных дискуссиях, ты, будучи среди близких спутников Валида Деви, удостаиваешься особой милости, ты являешься лианой всех духовных желаний, потому что всегда получаешь милость от Расешвари. Когда, о, когда наступит тот день, и ты прольешь свою милость на меня. Слушай эту всегда новую, удивительную, беспрецедентную молитву твоим лотосным стопам, милостиво дай мне место среди спутниц Валида Деви, сделай меня своей вечной близкой подругой. Шри Рама Манджари Ки Джай, Шри Рама Манджари Ки Джай. Hare Krishna. You can tell you are very, very fortunate. Вы очень удачливы. And you are kept together, Gurudev Das Puja celebrate here. Потому что сегодня все мы вместе собрались и отпраздновали Vyasa Puja, день Гурудева. When Haridas Thakur, he left Bedi, who is the came this Haridas Thakur, this Samadhi, and who is the go with this Bedi, and who is the gave Sian, and who is the take prasad only there, Mahaprabhu told everybody got this Krishna prema, even with the care only one take prasad. Like this, when somebody Guru Varga Vyas Puja going, and even somebody came listening Harikatha and they took prasad there, that Mahaprabhu himself very quickly can attend this Krishna prema. Например, когда уходил Шри Харидас Тхакур, то Махапрабху объявил: все те, кто были здесь, просто присутствовали, все те, кто принимали Махапрасад, все обретут прему, обещал он, просто за одно присутствие. Наша встреча, наше празднование явления Шримати Гурудева, она обладает такой же силой. Все те, кто присутствовали здесь, все благословлены на прему. Yeah, so... Telling you are very, very fortunate you are came this line. So you are try whole life, you can stay this spiritual life. When Prabhupada left the body before, he told, when the spiritual life came, so many obstacles coming to your life. Maybe you are know, if somebody were drinking alcohol, somebody fell gambling, somebody were prostitute, nobody any telling. But when you put Tila, Kanti, Chanti, everybody will be opposite. So, Sat Lanchana, Sat Ganjana, Sat Abhaman, Sat Bhajan Nechorna, you never left the spiritual life. So Brahmanda Bhavita Kaur Bhagavan Ji, Guru Krishna Prasad, Vai Bhagavata Viji. So very, very fortunate person there came to hear the spiritual life. So try whole life, you can stay the spiritual life, follow all limbs of bhakti every day, bhakti love, every day chanting, preach round, offering prasad, you listening Harikatha, you are this Sunday program, we are doing everything. Очень важно нам, получив такую удачу, теперь уже двигаться за результатом. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада в своем последнем наставлении говорит: саталанчана, саталанчана, говорит, что бы ни случилось в вашей жизни, какие бы преграды ни появились, какие бы опасности, какие бы проклятия на вашу голову не сыпались от кого угодно, ради Бога, только не оставляйте это и продолжайте свой бар.
и тогда обязательно вы обретете результат. Окей, now being RT, okay? I think Prasad gave to everybody. Becomes so late, you know? Арти, надо старт. Арти. Подойдите к Махараджи, он вам вкусненько раздаст. Только потом передождайте посуды, помойте, пожалуйста. Все в дом уже. Я пока конфеты раздаю, все-таки скажу несколько слов, которые почему-то мне приходят в голову. Когда Шри Чайтанья Махапрабху, начну без ума Гьяна Тимирадиса. Когда Шри Чайтанья Махапрабху, помните, у него один из его духовных учителей, это брат его духовного учителя. У Ишвара Пурипад был еще и духовный брат Рамачандра Кавирадж. И Рамачандра Кавирадж находил недостатки у Чайтанья Махапрабху. И помните, как реагировал Шри Чайтанья Махапрабху? Как реагировал Шри Чайтанья Махапрабху? Он очень смиренно принимал самые различные к себе высказывания. Почему? Потому что он показывал пример о том, как нужно дальше принимать любые упреки. Он принес, помните, внимание Балабачарья и нашел Бхактира Самрита Сингу. И когда Шрупа Госвами опять показывает пример, он согласился, что да, конечно, я понимаю, что это несовершенно, пожалуйста, помогите мне работать над этим. И все наши ачарьи, учителя всегда показывают пример о том, что как важно следовать этикету вайшнавскому, как следовать, важно следовать марьяде среди вайшнавов. Даже если это несправедливо, даже если это совершенно против моего, а настоящий вайшнав он всегда главным образом Махапрабху и все остальные показывали, как важна марьяда, как важен вайшнавский этикет. Вообще Шримад-Бхагава даже заговорится о том, чему учится ученику своего гуру. Суть, вет, уражу, панишат – не это главное. Суть, он учится вайшнавскому этикету. Если уберем ведическую культуру, там все именно основано на том, чтобы оказывать почтение старшим и помогать младшим. И если одни старшие не выражают почтение другим старшим, то и кем тоже его младшие не будут оказывать почтение. Если, например, мать ругает бабушку в присутствии ребенка, ребенок, когда вырастает, всегда будет ругать свою мать. Нужно быть очень-очень, нужно всегда самому следовать вайшнавскому этикету, и тогда это самое главное, что я успела сказать. Кива джая, джая гора чандир, арати косоха. Кива джая, джая гора чандир, арати косоха. Ajay Hari Dasa, Jai 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 Hari Dasa, Jai
Thank you.
Hare Krishna
Gaurav Shraddha Swami Maharaj ki jai. Sachidananda Sarva 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 Sarva
जगन्नाथ दास स्वामी बाजी महाराज की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भरदास रघुनाथ स्वामी प्रभु की जय। नाम सरस्वती जय। जय धाम जय संप्रदा जय आचार्य की जय। जय श्री गुरुदेव की जय। भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज नारायण गोस्वामी महाराज की जय। व्यास पूजा महामहोत्सव की नमस्कार के भक्त वृंद की जय। कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्वतै नमो नमः। वरदसागरं सदे पासिन्धय च पापले भोगैस्तम। Дорогие преданные, какие праздники у нас три раза в день. Утром, в обед и вечером, пожалуйста, приезжайте с нами ночевкой и будьте счастливы. А сейчас, пожалуйста, карематы, два каремата в середину по полоскам и два по краю. О, Хари Бол, Хари Кришна, Нагари, о, Амбал, Хари Кришна, Хари, Хари Кришна. Питал, everyone sit down, can take a picture, everyone.